Написал эту песню? Не написано тут. А кто музыку написал? Не написано. Ой, не знаете. Музыку написал. Я назову его фамилию, вы имена называйте. Чайковский, как звать его? Петр Ильич. А? Петр Ильич. Так, кто знает как? Нет, я не знаю. Петр Ильич Чайковский. Он Лена сказал уже. Ну, я хочу проверить, правильно ли он правильно называет, он назвал. И что интересно, такой талантливый композитор написал музыку вместе с Ребиковым, Ребиков. А стихи приписывают Байрону. Это английское. Попались вы. Вот так. 627-й. Свершилось чудо воскресенья. Свершилось чудо воскресенья. Не спала стража, видя свет. Земля дрожала в перводенье. Как он подрабатывал? На Тихонович. Стрижка баранов. Вам пора тоже немножко. Ты Василия постриги. Василия. А? Да я услышала вас. Сейчас я сюда. Нет, иди, дядя Вася, позови Василия Николаевича. Скажи, срочно сюда. Да мне сейчас мотора не хватит. Даже не разговаривай, сейчас дверь запирать его, валить ее, стричь. На следующий раз только, мне мотора не хватит. Ну маленько, на голое его. Да ну на голое его. В следующий раз. Ну в следующий раз и не придет. Так, в очередь занимай. Снимаешь, зипун снимай, в очередь становись. Я уже договорился, бесплатно. На голову и все. Давай. Да мне хоть на голову. Ну, а маленько оставить тебе чупрынку чуть-чуть, ладно. Постричь, Василий Николаевич. Давай, снимай зипун, вот сюда, положи в сторону. Да холодно, я погрею. Ну, не дури, маленький дядь, все, холодно. Что ты смотришь? Да, смотри, ну глянь. Посмотри, дети все раздетые. Да я не спал сегодня. Ну ладно, снимай быстренько. Не будешь же на тебя стричь. Это твое дело. Ночь не спал, говорю. Сегодня. Ну ничего, снимай. Собака не пришла? Пришла. Ну слава Богу. Спаси Христос. Ну а я заботился о ней. Да так. Подавилась что-то, косточкой подавилась. Можно, ладно, давай скинем этот угол, положи вниз. Бывает такое. Там же да повешаю, пойду. Не надо броситься на пол. Я сказал, зачем ты все время оговариваешься? Вот там, скажи ты, царская одежда. Я он пришел, раз бросил на пол. Так ребятишки будут. Не будет ребятишек, не выдумай ты. Дух противления очень сильный у тебя. Дух противления, это нехорошее дело. Запинаться, говорю, будут ребятишки. Ну где запинаться, когда за углом вот оно идет? Куда ты полезет туда? Ну вранье одно себя идет. Как говорил Сергей, это одни брехуны, говорит. Сейчас сядешь за стол. Так, отпускай при мне, посади его, а то он удерет. Да куда я удеру?
Да кто тебя знает? Наоборот, был благодарен. Слава Христу, ладно. Ну, слава Господи. Вот она его. Ну, ладно тебе, его марафетить-то, ну. Так. По одной волосинке еще, ну. Отпусти ты его живым. Нет, еще. Еще по новой. Это мучительство с парикмахерами. Так. Чуть-чуть маленький волос, сантиметра полтора ему на голове, там три волосинки оставь. Пожалуйста, отпусти ты его, ну что ты мурыжишь? Немножко, я отпущу Вову сейчас. Человек стоит, пожилой. Присядьте, пожалуйста. Чем он будет садиться-то? Еще насидится. Так. Он туда приди, видимо, видишь, еще топорвер стоит. Этот туда брось и туда поставь. Открой этот топорвер. Да не надо, это никакой это топорвер не знаешь. Вот топорвер стоит. Ну конечно, ничего себе, сравнилось одно с другим. Открывай. Твой топорвер там называется. Господи, тебе ко мне надо. Вон туда поставь. Тебе надо ко мне. Вот, Енечка уже начинает чувствовать. Правда, не падает все вдруг. Ну, молодец. Царю небесный, утешитель в душе истины, и же везде сы, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди, вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, Господь наш Бог, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благословить это наше собрание по Слову Твоему Святому собираемое. Благослови, Господи, нам всегда пребывать с Тобой и знать Тебя как Господа нашего и Творца, Отца, Сына и Святаго Духа. То, о чем Ты, Господи, только прикровенно говорил апостолу в начале хождения Твоего с проповедью, то, о чем мы сегодня как раз слышали, Господи. Они не знали, кто Ты, а мы, Господи, теперь узнали через их проповедь. Даруй, Господи, нам быть такими же ревностными носителями Слова Твоего Святого в этом прелюбодейном и грешном мире. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А что Володя-то нету, непонятно? Сейчас Володя. Заходите уже. Сестры, кто-нибудь не знает, вот это вот мочалки, чем? Что убирает? Вот это для посуды у нас. Если мочалочек. Сейчас сделаем. Вытираете, да? Вот придем, вот это вот намазано. Да как сказали, так и делаем. Может быть, Володя стирает, потирает. Да как выбросить? Почему выбросить? Вот их промыть можно, и все, вы что? Вот только купили, и да их промывать просто. Все намазано. Ну что и как их промывать? Ну что, занятия горячие пошли, брось все это. Все. Не работает. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.